Этот чай изготовлен из листьев сорта колхида, собранных на опытной делянке субтропического научного центра Российской академии наук. Делянка эта находится в Краснодарском крае, агрономическое сопровождение научных изысканий на ней обеспечивает Антон Бехтер. И чай там изготавливается на оборудовании, часть которого создана Антоном самостоятельно. Описываемые образцы чая были изготовлены в июне и в июле 2020 года по одинаковой технологии, но в июне в дело пошли трехлистные флеши, а в июле двухлистные. Общей интересной чертой этих двух чаев является вкусообразующая и приятная горчинка, на которую отлично ложатся фруктовые и цветочные ноты. А разница между чаями из разного сырья проявляется в тональности фруктовых нот. В июльском чае они более свежие и с небольшой кислинкой, а в июньском – карамельные. Особенно заметна эта разница становится при холодном настаивании, когда в одном чае фруктовая кислинка начинает доминировать над горечью, а в другом карамельность сменяется леденцовостью, а в сам чай хочется добавить пару кубиков льда.